Часто возникает такой вопрос: боже мой, блуза красивая, но с чем я буду носить? Какая юбка подойдет? Как правильно нам сочетать? Приобретая костюм, все вопросы отпадают. И костюм за 3999 рублей. Я выбираю сегодня для себя темно-синий цвет. Мне очень нравится. Во-первых, темный делает меня стройнее. Это первое. Во-вторых, сапфировый цвет смотрится очень празднично. Еще мне нравится, как этот костюм урезает мои излишки. Они у меня есть. Зона животика спряталась, зона бедер стала намного стройнее благодаря эффектному, конечно же, соединению кружева и внутри трикотажно-вискозного полотна. Как сделать себя выигрышно стройной? Конечно же, выбрать костюм. А еще, Оленька, хочу напомнить, когда мы выбираем один и тот же принт, наш рост чуть-чуть становится побольше, так, силуэт вытягивается, а значит, мы становимся стройнее. Хотите постройнее? Заказывайте комплект костюм «Дама с камелиями», который выбирает наши стилисты-эксперты. Светлана Воронцова. Вообще, вы знаете, это уже показатель. Если стилист выбрал для себя, безоговорочно нужно брать. Не могу отказать себе, когда речь идет о кружеве. Я соединяю, кстати, свой костюм и белоснежный топ Итали. Он есть на нашем сайте. Вы можете подобрать любой топ в вашем гардеробе. Отлично! Ну а теперь давайте знакомиться с бежевым цветом. У нас помимо темно-синего, который выбрал для себя Светлана, есть роскошный бежевый. Ой, Оля, как он мне нравится! Такое красивое, просто такой красивый отблеск! Этот цвет подойдет любой женщине, любого цветотипа, и блондинкам, и брюнеткам, и рыжеволосым красоткам. И черный цвет тоже есть в наличии. Черный! Ну, посмотрите, как туда искусно подставлен бежевый цвет, бежевый трикотаж. Смотрится очень благородно и сексуально. На контрасте, Олечка, хочу заметить, кружево выделяется и выходит на первый план. Марина выбирает сегодня для себя очень красивое соединение. Это блуза «Кружевная феерия» и юбка от костюма «Дама с камелиями». Настя выбрала сейчас для себя полностью костюм. У Насти 48 размер. Костюм «Дама с камелиями» на Анастасии 50-го. Пиджачок-жакет сидит более свободно. Это позволяет носить праздничные блузы под низ, либо даже водолазки. Как дистанционно заказать юбку, чтобы она села, чтобы в талии? Вот у кого-то талия пошире, у кого-то поуже, у кого-то бедра. Я согласна, бедра. Согласна, Олечка, с тобой. Давайте сейчас дистанционно посмотрим, как выбрать свой размер. А для этого мы должны познакомиться поближе с тканью. Давайте я вам покажу кое-что. Итак, это юбка 48 размера у меня в руках. Опачки! Мы видим сейчас, как благодаря эластичности материалам юбка приобретает такие формы. Это пластичный материал, который в руках подстраивается. Би-стрейч эффект, когда ткань пляшет и подстраивается под параметры нашего тела. Если у вас узкие бедра, размер в размер. Если у вас аккуратный верх и тип фигуры песочные часы, размер в размер. А вот если есть особенности фигуры, широкие бедра, как у меня, например, или широкие плечи и богатый верх, плюс один размер. Прислушивайтесь к советам эксперта, заказывайте отличный костюм «Дама с камелиями». Вы получите сразу две вещи за 3999 рублей. Нехитрые подсчеты нам говорят о том, что меньше 2000 рублей достанется вам отдельно жакет или юбка. Во-первых, я обожаю вещи, которые имеют обработку боковых швов. Здесь мы видим зигзагообразное усиление, которое помогает сохранить юбке хорошую форму и после стирки многочисленных носок не потерять прекрасного качества. Давайте посмотрим сейчас на то, как здесь все обработано. Мы видим с вами, что внутри вшита эластичная лента, причем ткань ее закрывает. Нежная текстура подкладочного материала будет соприкасаться с вашим телом, а это тоже комфорт. Это комфорт. А еще знаешь, что меня поражает, Свет? Такое ощущение, что это ткань, эффект два в одном. А ведь это отдельно кружево и отдельно ткань, которая исполняет роль второй юбки. Усиление. Да. Усиление, Оля. Мне очень нравится, что здесь дизайнеры грамотно подошли к соединению тканей. Давайте посмотрим на жакет. В жакете участвует также трикотажное полотно, матовая текстура. И мне нравится, как жакет украшен вставками кружева. Вы знаете, что когда мы видим две различные ткани и рукав реглан, он делает более хрупкой зону верха.
Отличное предложение. Забирайте комплект костюм за 3999 рублей. Вот все-таки бежевое солнце очень богато. Богатое предложение для вас от Shop & Show. И это брендовая вещь. Да, давайте сейчас посмотрим на зону верха. Я покажу, Оленька, что здесь у нас металлическая молния. Так. Вообще для меня металлическая фурнитура — это залог того, что вещь прослужит очень долго. Да, пластмасса, вообще, как правило, ломается. Да и смотрится так очень богато. Смотри, Оль, мне нравится. Еще раз разверну и покажу, что изнутри у нас идет подкладочный материал. Здесь дизайнеры не пожалели ткани. Вот оно, трикотажное вискозное полотно. Бортовые зоны усилены двойной тканью и флизелиновой внутри. Для тех, кто шьет, поймут, о чем я говорю. Вот так вот, закрепляя металлическую молнию, очень важно, чтобы она не сидела волнами, а была прямой. И стирать это изделие лучше при температуре 20-30 градусов. Его можно не гладить. Если вы захотите прогладить, помните о том, что изнаночная сторона — деликатная глажка при шелковистых тканях. Отличное предложение. Я не знаю, глаза разбегаются. И бежевые красивые, и черные эффекты. Выбирайте свой, заказывайте сейчас. Ведь это целый комплект. Это костюм за 3999 рублей. И жакет, который вы можете носить с блузами, можете расстегнутым, можете застегнутым. И также юбка. Кстати, юбка, а какая там длина? Многие женщины, кстати, стесняются носить короткие юбки. Мне очень нравится, что при помощи эластичной ленты мы можем поиграть с длиной юбки. Вот я девушка высокая, и иногда подобрать для себя юбку королевской длины, чтобы она прикрывала колени, для меня очень сложно. Мне нравится, что посадка здесь отрегулирована мною за счет эластичной ленты. Для женщин, у кого рост поменьше, вы можете подтянуть юбочку наверх и сделать высокую посадку. Я обожаю вещи, которые подстраиваются под нашу фигуру. Ну и, конечно же, делают нас стройнее. Отлично! То есть это юбка, которая подстраивается под ваши формы. И это хорошая классическая длина. Еще раз посмотрите. Синий цвет, который выбирает Светлана, наша эксперт для себя. Или бежевый. Но у нас есть и черный. Два предмета в комплекте. И 15 дней гарантии обмена и возврата. Сделайте свою покупку сейчас. Сделайте свой первый шаг навстречу вашей, возможно, новой судьбе. Потому что, когда мы меняем свой гардероб, мы меняем свою жизнь.